Всем привет, друзья! Сегодня на рабочем автомобиле. Тут покатаемся по нашим суровым дорогам. Ремень, ребята, забитый. Сейчас мы его. Стегнем. Все, окей, на, поехали. Конторок новенький, еще рабочий. Сколько нам? 3. $3,900. Бензонасос уже поменяли. Топливные датчики показывают уже неправильно. Так. Где-то нам тут надо повернуть. Я не помню где. Дорожка еще более-менее терпимая. Хорошо, что, скажем так, сухо. Ой. Так, где-то нам тут на поворот. Сюда. Так. Сорян за качество, ребята. Не регистратор, поэтому все на руках, как говорится. По нашим северным просторам прокатимся тут, да? По работе, правда, но... Где-то я на батон. Thank you.
Там, ребята, направо. Вот сюда. Как говорится, гребаные кибастоши. Опа-на, что-то подзаносит нас маленько. Пора, наверное, ребята, врубать понижайку. Сейчас мы ее включим. Все. Best of the best. Поползли. Тут вот, ребята, камни. На понижаечке будет самое то, как говорится, да? Твои дебилы. Помаленечку, помаленечку. Так, на эти камни-то мы не полезем. Давайте попробуем. Мать его, в объезд. Тут какая-то вроде есть дорога. Направо. Да, дорога. Название от дороги, вернее. Вот такая, ребята, у нас работа. Ё-моё. Ветки. Главное, чтобы медведи нас тут не съели. Остальное пофиг. Так, ну все, приехали. Кажется, приехали. Ну и все, друзья, подписывайтесь на канал. Так вот, немножко показал, как работаю на работе, да? Где мы лазим и на чем. У вас. Это ГЛОНАСС у нас стоит. Да, ну видно 3948, да? Все, всем удачки. Всех с прошедшим 9 мая. Да, ленточка, видите, георгиевская еще осталась. В машинке. Все. Всем пока-пока. Всем удачи, ребята.